Всем пламенный привет из Дубая. С вами Джилрок. И я со своими друзьями решил записывать видеоблог. Почему я решил попробовать? Потому что для меня это новый опыт, мне это интересно. Также у нас здесь много приключений и различных проектов, над которыми мы работаем. И это все было бы достаточно интересно вам показать. Итак, в этом видео мы отправимся на поиск локации для нашего первого заказа. Наш первый заказ поступил от авторентала YoFleet. Мы сделаем для них два ролика и ряд фотографий. И я думаю, что ролик за роликом мы покажем вам, как мы ищем локации, как происходит сам монтаж, создание графики, фотографии. В общем, все, что у нас происходит. Я уверен, что это должно быть интересно. Погнали! Едем со станции Energy до станции Бурдж-Калифа. Мы на месте. Ребята, кажется, я нашел локацию нужную. Вот она. Можно снимать прямо здесь. Мы идем по маршруту, который я составил в Google картах. Идем со стороны моря и до пункта UFC Gym. Первый пункт нашего маршрута. Coca-Cola Arena. Так, мы на месте. Это парковка арены Coca-Cola. Выглядит все супер круто. Все как надо. Бурдж-Калифа на фоне. Асфальт. Это как раз то, что нам нужно. Немного объясню, что должно быть в самом ролике. Главным героем будет Артем, и он будет чинить свою семерку. А в один момент он возьмется за нее и стянет ее как покрывало, под ней окажется Lamborghini или Ferrari, какой-нибудь спорткар. Как по мне, эта локация круто подходит, но у нас на пути сегодня еще много локаций, сейчас мы все их будем смотреть. Очень приятно все это выглядит. Особенно с 360. Мы прошли половину маршрута от Бурдж-Калифы по направлению к морю. Сейчас идем на паркинг-лот. Мы не успеем пройти весь маршрут. Солнце явно сядет, поэтому мы меняем маршрут. И со стороны моря пойдем к пляжу La Mer. Посмотрим локации там. И на этом закончим. Ребята с работы едут. А мы вот сейчас прям на работе. Мы вот работаем прямо сейчас, да? Да. Вкалываем. На жаре просто бесплатно. Как мы бесплатно? Так, все, не афишируй наши прайсы, пожалуйста. Следующая по нашему списку локация. Парковка близ моря. Привет, бро. А вот, собственно, и спот. Здесь должно происходить действо на фоне Бурдж-Калифа. Это наша вторая локация. Осталось только выбрать между Coca-Cola ареной и этой локацией. Жарковато. Ну, а сейчас мы отправляемся на пляж La Mer, чтобы просто посмотреть локации рандомно. Может быть, для чего-то они подойдут. Погнали дальше. На пути к La Mer встретили еще вот такой вот вариант локации. Тут прям полупостапокалипсис. И Бурдж-Калифа на фоне. Тебе повезло. На, один дирхам. Спасибо, брат. Пожалуйста. Ну что ж, наш перерыв на попить подходит к концу, и мы идем дальше. Следующая локация, жди нас. Хочу записать жажду в слоумо. Макс, держи-ка.
Что ж, обновление. Кажется, мы нашли первые признаки жизни лемура. Отлично! Чё, как тебе, Макс? Мне вот нравится вот эта машина. Ну, действительно. Мне кажется, я с ней фотографировался в 18 году. Тут своя атмосфера. Блин, это выглядит очень круто. Надо глянуть поближе. Очень крутой уголок. Просто супер. Рекомендую к посещению. Ля Мер. Ну что ж, наш влог с поиска локаций подходит к своему логическому завершению. Мы нашли две локации на сегодня. Побывали в интересном творческом пространстве, я бы его так назвал, Ля Мер. И сейчас мы отбываем домой. Хотелось бы сказать хотя бы один полезный факт про Дубай. В дубайском метро есть туалет. Вооружен и защищен теперь каждый зритель этого видео. Он точно не описывается в Дубае. Все, всем спасибо. Встретимся в следующем видео, где мы будем уже непосредственно снимать этот ролик. Комментарии очень приветствуются. Пишите, говорите, понравилось вам или нет, и что вы хотели бы увидеть. Колокольчики, лайки, ну, как хотите. Счастливо!